Спонсор выпуска — сервер Direct Rust, где вас ждет большое разнообразие китов, X5 рейты, система кланов и телепорт. IP и ссылка в описании. Эти кепки так и отстроили себе домик. Я думал, они его забросили, но нет, даже он печка плавит. Всем привет, ребята! С вами B16, я продолжаю выживать на 4-м зарасте, и у меня к вам вопрос. Хотели бы вы видеть еще больше турелей в этой игре, еще больше ловушек? У нас есть несколько концептов, например, ловушка, которая стреляет один раз при открытии дверки. То есть открываем дверь, выстрел, труп. Ну, примерно так я понимаю, она должна работать. Но она до сих пор не реализована. В Расте вообще с ловушками, если честно, ситуация весьма скудная. То есть их мало, серьезно, ну мины, капканы, ну эти колючки, они по сути не являются такими ловушками, это просто замедляющий фактор. Они вас замедлили и, возможно, вас просто убьют, если так совпадет. А вот нормальных, интересных и забавных ловушек в Расте нет. То, что у нас есть в наличии, это крайне мало. Хочется большего, намного большего. Но пока что разработчики в этом направлении как-то не особо двигаются. То есть был концептик и все. Я все-таки надеюсь, что в будущем нас будет ожидать огромное количество разнообразных ловушек, и Rust не будет исключением, каким он является на данный момент, потому что в том же Конане есть моды, то есть любой человек может взять инструментарий и сделать нужный ему мод, будь то ловушка или что-нибудь еще. В Rust так делать пока что нельзя. И, кстати, ребята, это идеальное решение — добавить поддержку модов, полноценную поддержку модов, и тогда Rust преобразится, потому что мододелы, они будут делать много, они будут делать хорошо. Конечно же, будут и плохие подделки, но никто не заставляет их использовать. Ну что же, я продолжаю с вами общаться через вопросы в начале видео, потому что стримить я в последнее время стал, ну, очень редко. Поэтому буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментарии. А теперь поехали смотреть ролик. Кто-то ходит. Вышел? Нет, не вышел, сейчас выйдет. Ну не видно его, но он прыгал. В сторону ходи. Купальник сейчас у нас прыгнет. Прыгает. Нет, не прыгает. Прыгнул. Стреляй, 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 стреляй. Готово. Что-то он тверденький. Там второй строит, аккуратно, крышу держи. Полтай. Подожди. Сейчас. Пушку не подобрал? Все, Томпсон у него был. Есть. Меня пролагало. Хорошо, так у тебя пролагало. Ну что ж, у тебя... Я пришел еще. Я почти минус 2 дал. Че, мне все брать? Стой, подожди. Подожди, подожди, подожди. Да, готовься, если что. Тут сложно, понимаешь? Я зажат в кустах, понимаешь? Могу тэфиться уже. Тут шкаф, судя по всему. Блин, его надо обходить быстрее. Все эти болтают. Так я иду, живи. Да я-то живу, я не буду лезть вперед, потому что у меня надульный. Слева ушел. Без прикрытия. Он зашел в дом. А, ну это хозяин был. Не спеши, не лезь, назад. Убил одного, открытая дверь. Тебя убили, да? Да. Надо что-то зарейдить. Я нашел, забрал с кого-то патроны. Не знаю с кого. Второму еще нахитовал. Подожди, тут жесткая битва. Так, одного забрал. Второй, походу, опять домой зашел. Ну, дальше не вижу смысла. Подходить туда рискованно. Вот так. С крыши. За стенкой. Вот слева. Голову дал. Пойду. Слева голову дал. Зажал, зажал его. Залагало. Меня убили? Тебя убили. Сейчас я отрежусь. Ты живой?
Я всем голову тут раздаю, но я ухожу. Ухожу, потому что... Нет, не ухожу. Ухожу, 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 ухожу. Подожди, у меня сейчас очень, очень напряженная ситуация. Очень напряженная. Прям я тебе скажу так, вообще совсем напряженная. Я ухожу, подальше ухожу, потому что у меня с ХП плохо. Очень плохо, я тебе скажу. Кидай ТП пока на меня. Запас будет. Беру. Так, перезаряжу сейчас калаш. Все, я ухожу. Они уже за мной на по пути. Ты пока просто встанешь с ТП, я чувствую, ты не проживешь. А можно так, чтобы и карьеру, и к этому же взорвать? А карьера тут у нас далеко получится. Ты сколько ракет взял? 4. Ну что, пока взорвать я буду. Валя, если взорвешь, ты попадешь внутрь, но там еще дом забором окружен, если что. Ну вот сюда я хочу бить, смотри. Вот, видишь, удобно. Ну да, сюда сразу ты вынесешь две стены, карьеру мы отсюда точно не попадем, это ладно. Ну карьер может быть пустой на самом деле, ну не заряжен даже. Ну выключен. Или вот сюда же взорвать, где это. Вот, тоже вроде здесь стоит. В принципе, да. Давай вот лучше сюда. Хотя это вход, конечно. Да, я посмотрю сверху, подожди. Ну там пустота, мне так кажется. Не вижу толком. Давай, короче, что в этот бок, да? Наверное. Давай, давай, долби. Там, кстати, большая печка вроде стоит. Поехали. Болтовку дома оставил. Бегут уже. Возвращайся на времянку быстро. Возвращайся, уже бегут родные. Как по расписанию. Прямо минуту. Башка уже есть, две башки есть, повалил одного. Ага, готов. Один готов. Возвращайся? Да, да. Могу это обойти, в принципе. Это вообще. Они вон стенки поставили две. Во времянку сейчас закину и к тебе. Давай. Деревянные? Он убегает, да? Не знаю. Нет, нет. А убегает, зараза. Убегает, да-да-да. Убегает. Что забрал с него? Что забрал? Не успею догнать. Я за ним бегу. Так, я за ним бегу. Ты за мной бежишь. Знаешь, пускай бегут. Ну возвращайся, что? Да. Посмотрим, вернутся они или нет. Кстати, с этого знаешь, с чего залетело? С дульного тормоза. Это ж вообще чудо. Обычно с него не залетает, а все мимо. Так, точно все забрал? Да, к сожалению, все забрал. Зато стенок понаставил он тут лишних. Не спеши. Там, просто. Сейчас я выйду. Ты просто куда-то убежал быстро, я не знаю, где ты. Нормально. А, вот. Вот это так нормально. Смотри, прям в пристройку вход. И там можно с пристройки. Здесь можно нормально оборону держать, кстати говоря. В чужом доме можно нормально оборону держать. Подожди, здесь получается арморный фундамент. Да, арморный фундамент. Богатенько живем. Богатенько. Так, ну, я бы хотел шкаф поискать тут, на самом деле. Хотел бы к дому пробиться или шкаф поискать в этой пристройке? К дому, а здесь пристройки нет. Ага. Смотри, хорошо. Тут как можно. Тут можно с плашом взорвать. Можно типа вот так идти, смотри. Да, давай, давай именно вот так, потому что смотри, это выгодно. Это второй этаж, может что-нибудь поимеем даже заранее, а там видно будет, давай. Значит, начинай, я посмотрю, да, я по сторонам посмотрю. Единственный нюанс, ты можешь сломать вот эту чудо-штуку. Будет грустно. Соломенную. В принципе, это можно пройтись вот с сишками, а потом ракетами уже там внутрь идти, как думаешь. Ну, сишками ты сплэшом не собьешь, нам сплэш нужен. Давай ракетами. Понеслась. Жалко, соломку. Соломка. Мне она так нравилась. Прячься, уходи оттуда, уходи. Это опять эти прибежали. Ты сможешь снизу добивать? Да, смогу. Давай. Только эту солому не сломай, она нам еще. А как мы там, ну потом заберемся? А потом кто-то один заберется. К сожалению, только так. Давай. Пока эти ребята не пришли, они сейчас придут сюда. Главное, бей, бей, нам быстрее сломать и посмотреть, что там. Потом, пока, что, пока я здесь, нам быстренько это все сломать. Смотри, да. Просто вот этот идут вход. Уже, идут. Сейчас буду заходить уже. Так, что там у нас? Стой. Пока меня не убили, дай попробую запрыгнуть туда. Там крыша. Сейчас будут. Все, вон он. Ага, лестница не простреливается. Вот так, сделаем. Пока заряди ракету.
Ну куда ты мне даешься, подожди? Ракет нет, у меня только эти вот еще. Ракеты там, они все. Прикрывай, сейчас буду сюда подниматься. Можешь снизу зажимать, можешь отсюда зажимать их. Просто меньше они будут жать здесь, сломать. Пристройка, уходи в сторону. Отлично. Вот кого-то там развалил уже. Ага, у них там гости. Достань меня. Давай, 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 давай. На меня. Постреляй по ним. А, блин, ну... А, давай, быстрее. Долбани. Уходи. Ты молодец. У меня спальник есть, все хорошо. Ты? Ты? Я? Нет. Да ёлы-пал, откуда он там взялся? Их там двое, они уже выбежали, почему? А где, под забором? Двое, они вышли уже. Под забором тебя убили? Ну да, я выходил, они там. Готов, готов, быстрее выбегай, готов, меня уронили. Иду. Быстрее, я поваляюсь, но живой еще, а они оба упали. Замертво вроде бы. Оба? Оба, да, забрал обоих. Сам. Давай, давай, вон они хиляются, да-да-да, понятно, быстрее прибегай. Подымешь сейчас я меня. Я вышел уже, бегу. Давай. Илок, давай, мне надо быстрее будет кильнуться. Вот он, я валяюсь, быстрее, если успеешь, подымай, вот он я. Давай. Так. Лутай этого, я дальнего залутаю. Смотри, если прибегут, по-любому, тярю. Это ребята вернутся. Пойдем сейчас домой забежим. Пойдем домой. Наоборот, все вышел, да? Бегут. Я обойду с той стороны. Иди домой, успеешь забежать? Вот это. Уходи. Уходи, просто уходи. Успеешь убежать. Давай, блядь, давай. Да, блядь, кипучие лаги. Сейчас я резко. Сори. Ладно, я убегаю от них. Мне не на руку стрелять с ними. Да, забегай. А ты же облутал, да, одного? Облутал обоих. Ну, одного, да. Во. Что у нас тут интересного? Я сюда уже этим идти. А еще одна осталась. Посыпало. Ну, ой, тут шкаф. Лол. Следующий. Ты сейчас пошутил? Тут ли шкаф? Тут, мне кажется, шкаф будет. А, так ты предположил. Ты хоть это... Утверждай или предполагай. Иди. Вниз, быстро! Ты пол где он, да? Вот там был справа. Сейчас может обойти нас слева. Он светится. У него револьвер, что ли? Да. Больно. Отлично. Не вылазь спешно, подожди. Хилится, вылез. Ну, вроде один. Вроде один. По косичке кину. Давай. Револьвер подобрал. Сейчас его залутаем. О! Прицы, бронька, одежда. Винтики. Ну, дружище. Как у нас дела там? Не все взорвали? Да, ты так и знал. 17 хп осталось. Ну ё-моё, у нас бабовка там валялась одна. Дома. Я вроде даже 3 брал где-то. Чё, выбегаем, да? Мог просто её прицепить к стене. Ну, да. Ну так ты спышим, бит. Ну, о. Да. Да, и, о. Ой, тут... А чё ящик не могу залутать? Подожди. Он за... Да, за компонентов закрыт. Вообще тонна просто, слушай. Да, спальник у него тут, костер. Не хочу сейчас просто ломать, если сыпанется. Короче, у нас миссия. Нам нужно прождать рейд-блок. Ты очистил шкаф? А шкаф, он только... Что-то очень мало дает. Да. Да чё, быстро лутай компоненты. Я пока сломаю. Быстрее давай. Фонарь только выруби, пожалуйста. Тихо. Сейчас я возьму все. Ой-ой-ой. Так, жирок. Что у нас еще такого? Бобовочка. Я узаряд.
А, подожди, стой. Опа. Спальник. А, ремувер же не работает, точно. Так, идем пока отнесем. Ты забрал все? Угу. Печки что было? Нет, все. Так, кудлоки заберем отсюда. Веревки. Слушай, ну у меня 131 тысяча камня, 16 тысяч ткани, 1200 жира, 2 вовки, 358 молока, ворота. Побежали отсюда. Заработала? You're dead. Ох ты ж, ё-моё. Что у нас тут? Опа, мины, тихо-тихо-тихо-тихо. Мины? Мины, да. Отлично. И же может вроде ремонт все равно. Аккуратно ремовай, а то я чувствую, мы сейчас заремовим. Хм, да. Хороший такой дом. Шприцов куча. Ух ты ж, ё-моё, шприцов реально куча. Ящички, а? Так, подожди. Оружие, вагон, броня. Два пулика. Пулик. Да, я возьму пулик и патронов себе. Пулик с глушителем. Я думаю, вот он здесь все относить будет потом. Или прямо сейчас, чтобы это. Слушай, слушай, снаружи что там? Ты снаружи. Что, лазерника нет, что ли? Ну ладно. Подожди. Так что, идем отнесем? Ну что? Стой, не спеши, вдруг там мина. Есть что? Металлоруда, металлоруда, металлоруда. Понятно. На выход. Короче, быстрее. Ты собрал все ценное? Броня была, шкафы. Я взял кучу это. Молодец, я сломал. Оружие взял, вообще не верю. Чудный шкафчик сломал, глянь. Куда это все? Тут лута, просто вагон. Куда это все? Так, ребята, тут, в общем, руды огромное количество металлической. Ее тоже заберу. Так, можно. Руда, руда, руда. Везде у нас. Давай я тогда пока. Подожди, подожди, сейчас, подожди. Подожди. Руда. Стенки. Понятно. Дай-ка я подожди, пока еще ничего не попропадало, что мы тут поломали. Целое. Пальники мы не ремовили. Так, сундучок временный. Тут еще шприцов просто. Просто вот полные ящики шприцов. Это вообще топчик. И давайте посмотрим еще быстро вот сюда, тут у нас уже частично, конечно, забрали мы. И здесь еще немножко тоже мины есть. В общем, ребят, тут серьезно так все, серьезно. Что там у нас? Ящичек, да? Что у нас там еще наверх-то можно пролезть? Давай, строй быстрее. Ой, тут полосы добра, слушай, глянь. Что-то совсем с тобой мажорный, забирай, сиди с лестницы, глянь. Давай-давай, это подбирай пока, потом еще разберем. Опять с патронами затарил, ладно, дверь выбрасываю. Второй пулик! У меня второй пулик. Серьезно? Серьезно, второй пулемет подняли. Ты же смотри просто, что под ногами, да, иди сюда, ставь, давай. Так, давай. Я очень надеюсь, что он взрывает меня не нашу, а все-таки что-то левое. Что тут у нас? Отлично. По периметру тоже ломай, что можешь. Дай-ка я зачекаю, дай. И этот. А вот эту дверь можешь? О! Есть там что? Ну ты же понимаешь, что виноват в данном случае, да? Ты как там, нормально? Пулемет скинул? Да, да. Живой? Хорошо. Ой. Давай, выживай. Я так вышел на кибитку на эту. Давай. И хоть бы что-то осыпалось. Ой. Вот оно! Вот оно! Покажи, что там? Дай подберу все это, подожди. Серу подберу. Ракеты, там ракеты. Ракеты. Еще 10 ракет. Мы купили. Так, 7 огненных ракет. Я не понял, серый. Что-то. А, дерево 27 тысяч у меня. Камень. Ракет сколько? 96. Смотри, сколько ракет тут? 50 так, уже. О. Патронов. Вот еще по 10. Тихо. Нормальных. Так, я выкину пока уголь, выкину тебе мать. Палец, да, наконец-то. О, подожди, эксплозива 13. Камня дофига, да. А ракет тоже много, бери. Они просто... Быстрее... Вот еще ракеты бери. Кидай это все в ящик какой-нибудь. Сколько там это, серый? МВК он чуть-чуть. Серый не знаю. Серый вообще. Быстрее, давай скинем все это сюда, попробуем, потому что... Просто... Это просто капец. Так, пулемет скидываю. Экспо. Чувствую один пулемет? Ну я же тебе говорю, еще когда я поднимал. Ты поднял пулемет, так я до этого еще один поднял. Давай собирать быстрее все, что ценное, а то прогорит. 5000 пороха. МВКшки здесь много.
сера 16 тысяч. Кидай все в сундук, будем смотреть. 100 тысяч угля. 100 тысяч угля, ровно такая сода. Значит, где-то еще уголь валяется, подожди. Почекай вот это в кустах, может, что-то я не подобрал. Пайк волите еще немножечко. Выкинем. Так, ну дверь я, наверное, выкину, пока что мне ни к чему. Тихо. 10 сумок зарядом еще есть, слышишь? Его зарядом, да? Да, да, я броню скину. 10 сумок зарядом. А, и 4, да. Ой, я просто вообще растерялся. 10 этих, турелька. Итак, ребята, вот что мы, в общем, доломали. Доломали, шкаф очень хорошо стоит. Он ограничен. То есть как, он прижат другими шкафами со всех сторон так жестко, что ремов особо не спасает. Так вот, вот все выпало. И получается, помимо того, что мы уже утянули отсюда много, еще 100 тысяч камня, много дерева, 15 тысяч серы, 5 тысяч пороха, 105 тысяч угля. 105 тысяч угля, 105 тысяч угля. 5 тысяч угля. Классно ведь это. Броню туда кидаем. Слушай, ну, ракеты забирай. Ракет, ребята, еще ракет тонна. Пулемет, это уже понятно. Просто вагон ракет. Это неописуемо. Это неописуемо. Я просто удивлен. Забирай. Турель заберу, ладно? Мне нужна турель. Мне нужна турель. Все это. Вот теперь точно мы окупились. Даже, наверное, перекупились. Прям топ. Перекупили, да, там еще и компонентом сейчас. О, тут еще добро лежит. Ладно, давай, сейчас у меня такой план. Надо все это унести.